Один балл борцу с красным кушаком. На середину прошло 2 минуты. Спокойно взяться дай. Красный, взяться дай. Борьба! Зона! Назад не иди. Сели назад и шагай. Он понимает, что Тесно дальше. Разворачивайся, на ковер разворачивайся. На ковер разворачивайся. Прошло 3 минуты схватки. Борьба! Счет 4-0. Зона! Будьте внимательны, ребята, зона! Давай, Рискала! Действие борцов не оценивается. Судьи, пожалуйста, оцените активность борцов. Борец с синим кушаком получает предупреждение. На середину борцы. Спокойно взять. Самое главное, борцы, вы должны понять, что за вами смотрят ваши родные и близкие. Покажите красивую борьбу. Борьба! Покажите силу своего духа, независимо от веса и разницы в весе. До конца схватки осталось 30 секунд. Вот так! Борьба! Действие не оценивается. Срыв, стойка. 10 секунд, время. Да. Еще 10 секунд. До конца схватки осталось 15 секунд. Счет баллов 4-0 в пользу борца с синим кушаком. Борьба! Красным. Опа. Зона. Ребята, время. Победу по баллам одержал Абдулин Хамис. На ковер вызывается следующая пара. На ковер вызывается Ибрагимов Шорников. Олимпийская система. Ох! Чистая победа. За 5 секунд чистую победу одержал Ибрагимов. Зрители, прошу поддерживать красивые борцы, красивые броски и борцов. Одни и те же борцы, которые принимали уже участие и боролись в своих весовых категориях. Поэтому просьба не удивляться. Кто интересуется борьбой?
Оцените действия борцов. Один балл борцу с синим кушаком. Так, жигитлер, кызлар, пожалуйста, сок булыгыз, ерағырак булыгыз. Күрешілер бір өзіңізге түшірмесіндер. Жингілгіне күрешілер түгіл. Прошла, идет вторая минута. Пошла вторая минута. Все, кто интересуется татарской национальной борьбой, хочу сообщить, что есть две федерации вольного и классического стиля. Оцените борца. Оцените эти борца. 2 балла. Борец с красным кушаком получает 2 балла. Бик мотори требергатте, лякин нак оркасына тишермеди. Шуа куре 2 балл береле. Потом до возьму. Борьба! Зрители, я попрошу обратить внимание, что это не так-то просто поднять вес 80, 90 и 100 килограммов, а если еще плюс ко всему это сопротивление противника, то представьте себе, какие усилия нужно прикладывать для того, чтобы оторвать и совершить такой прекрасный бросок, который вы видели в исполнении борцов. Пошла 4-я минута схватки. До конца схватки 2 минуты. Жигитлер көрешерге басып тұрмасқа. Понятное дело, что рис благородное дело. Нужно проводить техническое действие. Борец с красным кушаком получает предупреждение. Да, кому-то может показаться, что пришли борцы вот здесь, покувыркались, взяли призы и ушли, и постоянно им награды. Но прочувствуйте, насколько это серьезно и тяжело. Борцовский хлеб не простой хлеб. Он связан и с большими травмами, и серьезными травмами. Это не так-то просто выйти, покувыркаться и уйти. Зона! Пошла последняя минута! Оцените техническое действие, пожалуйста. 2 балла борцу с красным кушаком. Объясняю, в связи с тем, что был перекат через лопатки, поэтому в этой ситуации не дается чистая победа. Только при одновременном падении на обе лопатки оценивается как чистая победа. Оцените действия борцов. 1 балл. 1 балл борцу с красным кушаком. Алекса,
Идет по не минута. Счет 5-1. Время сколько? Последняя минута, Бара. Давай, Борьба! Рин, поработай, Рин, поработай, Рин! Давай, давай! Если бортов не оценивается, срыв, стойка! До конца схватки осталось 15 секунд! 15 секунд для того, чтобы изменить счет в свою пользу! Счет 5-1 в пользу борца с красным кушаком! Срыв! 10 секунд до конца. Борцы на середину. Насана камен. Спокойно, сердце. Борьба! 10 секунд выйдут. Рин, поработай, Рин, он тебе встал. Все, схватка закончена. Время. Борцов поприветствовать друг друга и судью. Со счетом 5-1 победу одержал Габдрахманов Ильшат. Казань-Москва. На ковер вызывается Абдуллин, борец с красным кушаком. Ибрагимов, борец с синим кушаком. Приготовиться Абдураимову и Якупову. Также Гатляр, Слава Таларова, Лапташлагаза, пожалуйста. Ввиду отказа, победа присуждается Ибрагимову. Ввиду отказа с красным кушаком, победа присуждается Ибрагимову Рафаилю. Вызывается Абдураимов Фарид, Якупов. На ковер вызывается Абдураимов Фарид, Якупов Надир. Абдураимов Фарид, красное полотенце. Якупов Надир, синее полотенце. Я борцов попрошу, пожалуйста, сбейте ковер, чтобы... Поправьте, пожалуйста, подтяните, пожалуйста. Внимание, ребята, борцы, помогите, пожалуйста, подбить ковер. Пожестче. Натяните, пожалуйста. Давайте, зигатляр, матуры, трэп, крашигас, бербрегаза, сандрамыша, вот мыша. Борьба! Десять борцов, 2 балла борцу с синим кушаком. Бросок произведен с отрывом обеих ног, поэтому это действие как неполноценный недотушенный бросок, поэтому он оценивается в 2 балла. За 20 секунд чистую победу одержал борец с синим кушаком. Поприветствуйте друг друга и судью. Якупов в этом круге свободен. Габдрахманов, Ибрагимов. На майдан приглашается борец Габдрахманов. Жигитляр, Талап, Яны Тыңнап. Матурит трэп крашерга, Бірберегіз газ, Янки Тырмаска, Яма. Ввиду отказа борца с красным кушаком Габдрахманова, победа присуждается Ибрагимову.
Тогда получается финал будет. Якубов. Сколько минут дать им на финал? Сколько там никто не дает? Она тогда отдаст, чтобы за регион. Так, Ибрагимов, вы поедете? Ибрагимов. Якубов были крыши. Все, это они в финале будут получать. Я думал, они между собой. Надо крышать, мы Ибрагимов. У вас все, финал? Да. Ты готов? Так, тогда вызываем. Якубов, Ибрагимов, финал. Да, финал, да, Якубов, Ибрагимов. Борьба за первое место в абсолютной весовой категории. Якупов Ибрагимов. Борец Якупов. Красный кушак. Борец Ибрагимов. Синий кушак. Якупов Паршаулна, Ибрагимов Токсу. Оцените, кто? Судья на оценка. Чистая победа. По единогласному решению судей чистую победу одержал Ибрагимов Рафаэль и стал абсолютным победителем. Саватуя занял первое место. Якупов. Якупов после небольшого перерыва на отдых будет бороться за второе место с Габдрахмановым. Да, Ильшат, скажи, да-да-да, правильно. Чтобы они поборолись. Да. Второе место. Так, да. Борьба за второе и третье место. Всех любителей татарской национальной культуры, песен, танцев, обычаев, национальной борьбы 14 сентября будет проведен в парке Фили культурный праздник, на котором состоятся аналогичные спортивные и культурные мероприятия. Приглашаем всех без исключения. Синим кушаком 140 килограмм. Красным кушаком 75. Абсолютная весовая категория подразумевает, что разница в весе не имеет никакого значения. Если борец принял решение, что он может бороться за право быть победителем и призером, значит, он независимо от того, в какой весовой категории боролся, выходит на Майдан и начинает борьбу. Понятно, что да, разница в весовых категориях ощутимая и тяжелая. Но борцы, я хочу вам, к вам обратиться, чтобы борьба борьбой была. Да. Ну, может быть, это и правильно, чтобы не сломать друг друга. Разница в весе слишком существенная. Габдрахманов Ильшат занимает второе место. Якупов Рафаэль занимает... Надир. Якупов... Надир занимает третье место. С чем мы поздравляем. Уважаемые зрители, сейчас состоится награждение победителей и призеров с вручением призов. Прошу ваших земляков, родных и близких, выйти и поддержать. Можете сфотографироваться на фоне борцов, на фоне Сабантуя, что находится за нашей палаткой. Итак, объявляем победителей по весовым категориям. Выразили свои симпатии и антипатии. Огромное спасибо. Ждем вас до следующих соревнований. Категории до 75 килограммов, до 85 килограммов и абсолютно весовая категория. Всех борцов, победителей и призеров приглашаю на борцовский майдан.
Давай, лучше тогда включаем здесь. Дуслар, туганлар, иптешер, бригезде торалмагыз. Батырлар бе фотографироваться иттегіз. Батырларыгызды поддержать иттегіз, пожалуйста. Иди туда, как ты хвастал? Крашчилерный шагарабыз майданга. Награждение проводит организатор и председатель оргкомитета Сабантуя Гаяз Алиевич. Бетеребезде аны білебіз. Зинахар ишин аны. Кышлары ишин, тұрышлықлары ишин. Пул шабып қаршы олығыз. И первое место Айсен. Да, третье. С третьего начинаем. Микрофон возьмем. И Айсен Ильдар. Это первое место. Так. Весовой категории. Весовой категории. 75 килограмм. Капюшон один, грязь. Капюшон один для себя, тут грязь. Тут. Алло. Категория 75 килограмм. Победителями стали. Третье место занял... Руку поднимай сразу. Даниканян Аганес. Второе место занял Зайдин Абрифат. Ну, я буду награждать. За третье место награждается... Аганес. Аганес Даниканян. Второе место занял в упорной борьбе Зайдинов. Потом все туда, все туда, на сцену. Зайдинов Рифат. И победителем, чемпионом в этой весовой категории стал Айсен Ильдар, Москва. Чемпион. Давай, Басов, это России, Ибрагимов Рафаэль, Москва. Это второе. Кстати, Ибрагим Рафаэль является у нас тоже мастер спорта международного класса. Он у нас участвовал в чемпионате мира, Европы и России, международных турнирах по борьбе на поясах. Один из первых в нашей команде, в составе команды России. Микрофон прямо у нас чемпион Европы, призер мира многократный. Третье место, давайте. Третье место занял Якупов Надир. Нет, да, Микаш, поздравляю, Ева. Кубок за первый. Вот у Москва, сын Москва. Да? Вот, дальше тренироваться и так далее. И Сабантуйларда катнашырга, Ева. Вот так. Какое место? Давай удачи. Взял. Второе место занял Саберов Камиль. Камиль, не зря, первый не зря. На первое место. Давай, Микаш, курашырга, тренироваться и так далее, Ева. И первое место в этой весовой категории занял Рафаэль Ибрагимов, наш уважаемый борец. Да-да, туда идите все. Блестящая техника. И также победителем стал наш многократный чемпион Ибрагимов Рафаэль. Суксу, Москва. Это вот они скажут, я не знаю. Так, за третье место кто награждает? Третий, кто? Итак. Ну давай, иди награждай за третье место. Якупов Надир награждается медалями и призом за третье место. Хорошо, молодец. Второе место. Габдрахманов Ильшат, Москва. Дешаево. Давай еще. Краска. Не расстраиваться. Расстраиваться. А, красиво, молодец. Аплодисменты. Так, и победителем наш стал
Ибрагимов Рафаэль. Еще раз поздравляем его с убедительной победой в двух весовых категориях. Давайте, Барагас, давай, Шамиль, давай. Судья. Среди ветеранов у нас награждается. Он не ветеран, который первый занял. 31 год ему. Зиятдинов Рифат занял первое место. Попрошу оно выйти на Майдан, на центр Майдана. Второе место занял Антиржанов. Мастер. Третье место занял Чисханов. Бербарагазе, Кулбирешет, Батори Терет. И конечно. Сабатуляр Гахатли. Батори Трепашвашур Гахабана Сибицен. Гарайши Уранашен. Бирилля музыкальный центр. И конечно Уранашен. Наушники Sony. Еще еще. Уранашен. Отвертка аккумуляторная. Физханов Халид. Третье место. Третье место. Награждается Физханов Халид за третье место. За второе место награждается Андиржанов. Как второй? Первое. Второй? Я должен первым быть. На 45 лет он младше меня. Ну, обзин, держак получил. А почему потом вышел тогда в ветеран? Дисквалификация. Какой ветеран? 31. Он не имел права выйти. Вообще не награждайте. Это среди тех из народа, кто вышел в ветеран. От народа. Еще на ушко сказал. На ушко еще сказал. И за первое место награждается Зиятдинов Рифат музыкальным центром. Золотая медаль. Золотая медаль и кубок. Продай, слышишь? Продай. И самогазнованный. Мастер. Андиржанов Саяр, как самый старый ветеран нашей борьбы, награждается дополнительно отдельным кубком. Коробку переверни, там имя по-другому. Во-во, а то имя. Поприветствую нашего ветерана. Ура! Вот, мне надо. Да, это я думаю, что теперь обид не осталось. Шуай, мою кубок. Ну чего? Фотография на память. Всех попрошу участников и борцов.